На Камчатке несколько станций скорой медицинской помощи получат новый транспорт. 15 машин приобрели за счет федеральных средств, их уже доставили на полуостров. Автомобили марки «Соболь» оснащены по классу «Б». Они предназначены для ежедневных выездов медбригад и рассчитаны на сложные дорожные условия. Задний мост у этой модели снабжен блокировками. Техника себя зарекомендовала очень хорошо в условиях Камчатки, в условиях снега, плохой погоды, бездорожья. Хороший медицинский салон, то есть медицинские сотрудники очень довольны компоновкой, размерами. С начала года это уже вторая поставка спецтехники для камчатских станций. В мае службы скорой помощи получили 11 машин класса С, оснащенных реанимационным оборудованием. Новую партию автомобилей также распределят по разным районам края. Они распределены, несколько машин останутся в городе на станции скорой помощи городской. Часть поедет в Елизово и по районам. Все потребности, которые на сегодняшний день есть по этим автомобилям, они будут удовлетворены.